Насчет каштана просили ответить на вопрос, продаю я его еще или нет. Каштан. Нет, я его не продаю. У него нога зажила, он жив, здоров. Пускай еще будет, пускай работает. Хороший, хороший. Он немного похудал, я его сейчас на ковшику вообще в сутки держу. Ася, пошли. Ася. Ася, пойдем. Ася. Ася, иди сюда. Друзья, последних двух-трех видео просили, сними Аську. Где пропала Аська? Вот наша Аська. Кроссовки погрызла, все погрызла. Крученая, верченая. Прививку уже сделали ей. И сейчас через 20 дней еще раз повторим. Передавай привет, Ася. Давай, гоцай. Она уже подросла. Это уже 2 недели, как она у нас. Друзья, того кабанчика, что мы с Саней делали сами харакири, запекали и разделывали сами, мы всего полностью отдали на копчение. И сейчас я привез, будем выгружать, смотреть, как закоптили, пробовать. И посмотрим результаты копченых задков, вырезок, сала, ну всего, что есть. То есть сейчас будем выгружаться. Все, давай, разбегаемся. Вот что мы имеем. Ну то Вика дала печенье на пораздавать поросят. Сейчас будем пробовать, что как за. Еще раз повторю, кто не знает, плачу я за килограмм копчения 13 гривен. И вот мы только забрали. Сейчас все посортируем, что куда, и повесим в холодильник на охлаждение и проветривание на пару дней. Я потом уже на продажу. И пока мы забирали, уже мы продали несколько килограмм, сразу забрали по запаху задка часть, да, и сало с подчеревен. Короче, уже гривен 500-600 мы торговали, только забирали. Вот с подчеревины кусок забрали, мы обрезали. Вот так, ну оно еще теплое. Да, еще горячее. Свежие. Так, это у нас ребра. И это ребра. Это сало с подчеревиной. Так, это у нас. Ну вот видите, какое тоненькое сало. Ну закоптили тоже, хоть и тоненькое. Куда его? А копченые хорошо, ну, хорошо берут. Вот мясы. Лопаточка.
Это задок порезанный. Задний окорок порезанный на такие ленты. Вырезка. За шейком. За шейком, да. Антрикот. И вот вырезка. Ну, вырезки попробуем сейчас часть. Ножик. Ага, ножик здесь. Так, что будем первое пробовать? Это ж та голова, в которой Саня пообгрызал ушки. Друзья, попробуем просто мясо. Кусочек мяса попробуем копченого. Я так, чтобы его можно было подвесить. И, то есть вот эту... И домой кусочек возьму. И попробуем заодно. Посмотрим. Вот как в середине. И сейчас себе попробуем. Вот так. Сырого ничего нету. Санька, пробуй, и я попробую. Кстати, друзья, кому надо, так жить можно. Нашим местным водоварским людям, жителям и в нашем районе, если кому интересно, номер телефона, где я копчу, оставлю под видео. Звоните, договаривайтесь, там процесс идет постоянно, не останавливается. Почему я так делаю, я сам не покупаю коптилку? Мне так проще, я отвез, мне позвонили, едь забирай, поехал забрал. Ну да, 13 гривен не такая уже... И цена за килограмм услуги. И Борю не обидим. Аккуратно, Борю. Аккуратно. Все, давай. Ребра резать портить не будем. Уже на продажу сколько закажет. Мы можем посмотреть кусочек вырезки, да? Чуть-чуть. Нет? Ну, оно видно, что готово и все. Вот так. Мы этот раз кости повырезали. То есть все без кости. И теперь мы потихоньку будем развешивать, распределять. Сейчас его, по идее, нельзя сразу употреблять в пищу. Пару дней выветрится, остынет, и потом только можно кушать. Это мы, не смотрите на нас, это мы с Саней. Нас оно не берет ничего. Желудки, поджелудочные на месте. Ну и голову у нас тоже забирают. Зараза вкусная, Вика. Ну это вырежешь, просто не сдерживай. Сань, давай столик туда. Давай, давай. Давай.
Вот такие мы крючочки поделали маленькие. И вот так, раз. Ну что, Лёха? А эту мы потом повесим, где нам надо, по факту, правильно? Маленькую. Сало отдельно, в другой отдел. Это два сразу, да? Угу. Не, один сало, одна просто. А. Опа. Саня, длинную давай на второй отдел. Вот, друзья, чем удобный холодильник? Тем, что вот не надо, и это когда будет жара, муха, мне все равно. Я подвесил вот здесь, включил холодильник и все, а потом, когда забрал уже все. Вот так. Вот так. Ну тут от длинного все. Вот это еще можно давать. Две штуки. А что, мало крючков сделал? Нет, крючков. А зачем ты крючок за это? Ну вот так нормально. О. Крючков. Давай туда. По одному, Сань, по одному. Саня или крючков пожалел, или что? Мало. Мало? Это нормально, давай. А крючки есть? Не, не хватит, он мало нам крутит. Сколько ж вы дали проволоки? А я думаю, что он по два куска на один крючок. Сколько ж проволоки дали? Знаешь, дальше вешай, рядом не вешай. Там же места хватит. Да хватит, куда еще угодно. Главное, крючков не хватит. Так. Вот сюда. Давай маленький. Вот. Сюда, вот мясо сюда, Миша. Вот, давай. Крючков не хватит, давайте один на один. Ну, а я вот вам прошу. Да, понятно. Ну что? Да он же много крючков, Саша. Не, ну хватит, может хватит. Друзья, я когда-то, да не когда-то, может два или три видео назад, кто помнит, кто следит за нашим каналом, делал объявление, что ищем Сане вторую половину. Давайте, бля. Кто-то, крючочек давай. Кто-то там посмеялся, кто-то не всерьез понял. Кто-то еще что-то отозвалось. Да никто не отзывался там. Ира из Херсона, он теперь общается. И у него есть знакомая в Херсоне проживает. Возможно, Саня туда поедет. Я ему говорю, езжай на выходные, вот на майские праздники. Езжай, отдохнешь. И пока мы работать не будем, ну, то есть там что такое по мелочи, я и сам сделаю. А так говорю, езжай, отдохни. Ну, может, даже Саня уедет. Есть еще крючочки? Да. То есть Саня нашел себе, ну, кто его знает, серьезно у них, не серьезно будет, но дело в том, что видео сработало, и Саня уже не одинокое сердце. И скоро у Сани вторая зарплата. Я ему говорю, что... На низ вешай. Вот это, да? Мясо сначала повесь, вон и мясо, и вот. А, туда, да? Ну, все, ну, или туда, или туда. А тут тоже туда стоит. А голову на низ. Ну, да. Мясо, крючочек, Сань. Ну, все, крючочек. Ну, надо еще два сделать. А, все, нема крючка? А, я крючочек, как бы на крючки сделать. Вешай голову, Стас. Так, нема крючков, да? Есть, а, есть, давай. А, есть. Ну, две головы повесь и две эти. Так чесало он в ящику, Саша. А, да? Да тут два кусочка. Стас, можно на нижнюю полку, она же свободная. Не, а чё? Вот. Они же цепляются. Куда цепляются? Сюда? Вот так? Да. Там же свободно, что ты
и ту голову перевесь. Это можно просто надо положить на это. На туда снимать, сюда на сетку положить. Не, уж вот так просто. Если крючочков нет, вот и все. Так, и еще два кусочка у нас. Это один вот этот. Ну и попробуем сало кусочек тоже. Не без этого. Маленький. Мясо мы пробовали, а сало хотя бы. Чуть-чуть, да. Я же и хочу чуть-чуть. Так, кусочек, кстати, попробовать. Санька, пробуй. Сникерс. Опа, да. Что мясо? Все, Бать, давай, вали. Друзья, спасибо за просмотр. Закоптили, показали, рассказали почем. Сколько мы платим, а так все вышло. Вон уже муха, кстати, одна летает. Вот. Уже начинает оживать. А мне они все равно. Оно выветрится и остынет нормально. День-два и можно запускать в продажу. Можно еще, ну грубо говоря, два свободно можно и развесить, и положить две головы нормальные. Это мы тут что-то себе мясо оставляли, уже что-то продали, поэтому... Ну то есть места хватает. На крючок вешай, не ложи. Места хватает. Хватает и можно сказать, но это... Не, это сейчас... Это положить пока, а что? Вот, вот так. Раз, и все. Все, и нам никакие мухи не страшны. Аську показал, мясо показал, цена за копчение сказал, номер телефона оставил, в комментариях закреплю. Кому надо с наших местных. И с праздником вас. Сегодня у нас вербная неделя. С вербной неделей вас. Всего самого наилучшего. Хай Бог вас благословит. Пока.